оригинальными способами. Интересуется политикой, экономикой, а в свободное время катается на лошадях. Вот такая она, Дарья Шила, под номером 21. Ваши аплодисменты. Участница под номером 22, Олеся Кузьмина. 18 лет, город Зеленодольск. Старается избегать конфликтов, поэтому у нее много друзей. Хочет добиться всего без посторонней помощи. Мечтает овладеть искусством йоги. Олеся Кузьмина, номер 22. Следующая участница под номером 23. Гульнас Шакирова, 22 года, Казань. Студентка юридического факультета ценит в людях открытость и честность. Согласна с классиком, что красота спасет мир, и нет преступления без наказания. Вот так считает Гульнас Шакирова под номером 23. Участница под номером 24 Ксения Кузнецова, 15 лет, город Набережные Челны. Никогда не унывает. Ей нравится помогать маме в салоне свадебных нарядов и самой придумывать оригинальные украшения к платьям. Ваши аплодисменты. Ксения Кузнецова, номер 24. И следующая наша участница под номером 25, Кристина Покорская. 17 лет, город Зеленодольск. Любит фотографироваться и пробует сама запечатлеть интересные сюжеты. Верит, что в жизни больше светлых полос, чем темных. Кристина Покорская, номер 25. Не скупитесь на аплодисменты, пожалуйста, дорогие зрители. Участница под номером 26. Дарья Узокина, 16 лет, город Зеленодольск. Ей нравится участвовать в разных конкурсах, обожает энергичные танцы, считает, что очень важно научиться находить свое пространство и наполнять его своей энергетикой. Ваши аплодисменты. Дарья Узокина, участница номер 26. Номер 27, Александра Борисова, 17 лет, город Казань. Ей интересен весь мир. Использует любую возможность, чтобы познакомиться с новыми людьми. Прежде всего ценит искренность и доброту. Александра Борисова, номер 27. Ваши аплодисменты. Наша следующая участница под номером 28. Эльвира Фазлиева, 21 год, город Альметьевск. Студентка, работает на телевидении и любит сниматься в рекламных роликах. Трудности вызывают у нее азарт преодоления. Ваши аплодисменты. Эльвира Фазлиева, номер 28. Далее у нас участница под номером 29. Анжелика Амирханова, 14 лет, город Казань. Ей интересны быт и культура разных народов. Это помогает иначе взглянуть на свою жизнь. А занятия баскетболом укрепляют в ней боевой дух. Номер 29. Анжелика Амирханова. И, наконец, наша последняя участница, участница под номером 30. Марина Ефимова, 21 год, город Казань. Считает свое имя не случайным. Больше всего любит море и золотистые пески пляжей. Ее девиз – жить в гармонии с собой и окружающим миром. Ваши аплодисменты – это участница под номером 30. Давайте все вместе поаплодируем нашим финалисткам. Финалисткам конкурса «Мисс Татарстан 2007». Друзья, в эту секунду хотелось бы услышать замечательную поддержку девушек, потому что они волнуются. Вы знаете, да, они очень волнуются. Мы это ощутили за кулисами. На самом деле мы на самом деле сами волнуемся. Девчонки вообще трясутся сейчас. Поэтому давайте поаплодируем. И если есть группы поддержки, мы хотели бы вас услышать. Так, давайте. Есть все группа вместе. Поддержки? Вот еще мы можем давайте попробуем. Правый глаз слышим, да, как группа поддержки. Слева почему-то тихо. Давайте поддержим наших девушек. Вот так уже лучше. Уже лучше, я думаю, дальше еще лучше. Ну а сейчас, я думаю, время, чтобы и девушки также поддержали нас аплодисментами, так как мы представим вам организаторов этого замечательного конкурса. Итак, общественная организация «Мисс Татарстан». Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан. Агентство по массовым коммуникациям «Татмедиа» и телерадиокомпания «Новый век». Ваши аплодисменты организаторам этого прекрасного праздника. Ну что ж, дорогие друзья, и сейчас мы ненадолго простимся с девушками. Перед вами финалистки конкурса «Мисс Татарстан 2007». 2007.
Ваши аплодисменты под ваши бурные овации. Ну где правый? Правый фланг? По-моему, вы аплодировали гораздо лучше. Давайте еще раз так же. Вот, 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 вот уже хорошо. Но теперь... Ну что ж, Михаил. Да. Михаил, позвольте мне сказать вам и дорогим зрителям, что я тоже уйду вслед за девушками. Рано, пока еще рано. Рано. Ну, вы знаете, просто рано я хочу... вслед за девушками. Я хочу подарить сюрприз нашим зрителям. Так. И уж разрешите ну да, удалиться. Мы откроем совсем секрет, потому что Эдуард не просто ведущий, он поющий ведущий. Давайте ему поаплодируем, он пойдет готовиться к следующему сюрпризу. Спасибо. И обязательно скоро здесь появлюсь. Конечно. Спасибо. Ну, а я хотел бы представить вам еще одних замечательных людей, которые сидят прямо перед подиумом, которым сегодня предстоит нелегкая задача решать, кто же достоин титула «Мисс Татарстан 2007». Давайте поаплодируем, я говорю про членов жюри. Ваши аплодисменты. Министр образования и науки Республики Татарстан Раис Шейхисламов. Простите, Шейхисламов. Заместитель министра по делам молодежи, спорта и туризма Республики Татарстан Андрей Кондратьев. Первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Айдар Гайнутдинов. Генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов. Генеральный директор телекомпании «СТС Казань» Николай Шаховнин. Директор филиала Федеральное государственное унитарное предприятие ВГТРК ГТРК Татарстан Айрат Сибгатуллин. Генеральный директор телекомпании ТВ-3 Сергей Весторовцев. Заместитель генерального директора ООО «Корстон Казань» Владимир Захаров. Директор по маркетингу и рекламе ДИМ Россия Лариса Теренина. Представитель совета директоров ОАО «Мелита» Валерий Васильев. Генеральный директор магазина путешествий «Компаньон СП» Сергей Пасечник. Менеджер по маркетингу «Мега Казань» Майкл Йозефсон. Представитель французской марки «Мэйот Шандон» Татьяна Ширкина. Руководитель программы «Фам ТВ» Марина Бибишева. Фотохудожник Андрей Богданов. Дизайнер одежды Владимир Викью. Руководитель управления Федерального казначейства по Республике Татарстан Марат Зарипов. Управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан Айрат Шафигулин. Начальник управления по вопросам внутренней и внешней политики президента Республики Татарстан Александр Терентьев. Глава администрации Кировского района города Казани и основатель компании «Александр ЛТД» Александр Сергеев. Глава администрации Московского района города Казани Александр Лобов. Заместитель руководителя муниципального исполнительного комитета по бюджетно-финансовым вопросам муниципального образования города Казани Оскар Прокопьев. Руководитель исполкома города Казани Марат Загидулов. Генеральный директор Бехетле Муслима Латыпова. Главный редактор газеты Республики Татарстан Александр Латышев. Ваши аплодисменты. Главный редактор газеты «Ватаным Татарстан» Миназым Саперов. Скаут-директор модельного агентства Grace Models Алекс Васильев.
Представитель модельного агентства Fashion Марина Круглова. Представитель модельного агентства Elite Model Look Москва Михаил Тарасов. Генеральный директор модельного агентства «Президент» город Москва Ольга Дубровина. Президент Международного альянса модельных агентств город Москва Влад Митривелли. Директор национального конкурса «Мисс Россия» Диана Зарипова. Директор по региональным по регионам национального конкурса «Мисс Россия» Александр Авоев. Президент общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова. Генеральный директор компании «Александр ЛТД» Евгения Пак. Генеральный директор государственного учреждения агентства по массовым коммуникациям «Татмедиа» Марат Муратов. Ваши аплодисменты. Все жюри здесь, друзья. Хотел бы сказать, что сегодня у нас просто необъяснимо высокое количество замечательных гостей и, конечно же, членов жюри. Давайте им еще раз поаплодируем. Они у нас занимают весь центральный ряд, так что все внимание будет приковано именно к ним. Ну, а теперь, я думаю, что самое время представить вам еще раз. На этой сцене для вас поет певец, поэт, композитор и солист мюзиклов «Нотр-Дам-де-Пари» и «Ромео и Джульетта» Эдуард Шульжевский. Ваши аплодисменты, встречайте! Дорогие друзья, эта песня, которую я исполню, называется «Странная жизнь». Можно дать уже фонограмму. И я желаю всем, чтобы странная жизнь была у нас только в лучшем понимании этого слова. Чтобы жизнь дарила нам только позитивные моменты, любовь, радость и добро. Надеюсь, вы со мной согласитесь, что это очень важно. А любовь во мне живет давно. Прошлый век и прошлый год не в счет. Расцветает все сильнее она. К той или к этой все не счет.